Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о новой игрушечке WaveWave. Но перед этим я расскажу о своем новом введении. Перед каждым обзором игры я буду рассказывать маленький анекдотик. Ну вот, слушаем маленький анекдотик. На выходные передают 30 градусов жары. Не может быть! Может, 15 в субботу, 15 в воскресенье. Ну а теперь к самой игре. Называется она WaveWave. И это самая хардкорная аркада в последнее время, которую я видел. Ну что ж, нажмем на тейп и посмотрим, что она из себя представляет. Это аркадка музыкальная. Снимаю вам слово motion scene. Нажимаем и поехали. Тут три вида игры. Нажимаем на Wave. Тут игры нам нужно обходить разные препятствия. Тут больше всего вертеться, крутиться. И чем больше секунд мы продержим, то будет лучше. Нажимаем. Поехали. Синглплеер. И поехали. Вот так мы управляем. Вот видите. Мой рекорд, по-моему, 19 секунд. И это и то не знаю, как я это сделал. Смотрите дальше. Интересно, сколько вы наберете в эту игру. Мне очень интересно. Давайте попробуем еще разок. Вот такая она страшная хардкорная аркада, которую я когда-либо видел. Управление осуществляется тапом по экрану. Ну, видите, на экран я вообще не могу пройти. Старайтесь. Ну вот, примерно вы поняли. Давайте выйдем в меню. Нажимаем на тейп опять. Вот видите, здесь Endless Galaxy. Здесь нужно обходить другие препятствия. Давайте посмотрим. Нажимаем синглплеер и поехали. Вот здесь нужно вот эти преграды обходить. И чем дальше вы пройдете, тем будет лучше. Ну, примерно вы поняли, как это выглядит. Сейчас идет, видимо, у нас обучение и так далее. И еще будет третья версия игры. Или не версия, а третий уровень. Там просто прохождение по этим волнам. Так что, кто любит хардкорщину, качать обязательно. Подписываться ко мне на канал обязательно. Два друзей обязательно. Писать комменты обязательно. Спасибо, что посмотрели мой новый обзорчик. Всем любви, счастья. Вот так это идет, видите, полная хардкорщина. Любви, счастья, хорошей погоды. Анекдоты вам про погоду уже рассказал. Всем пока, всем до свидания. С вами был ваш Гангус. Пока.